4 сентября в концертном зале прошла церемония вручения региональной премии «Народный герой». В этом году события посвятили 200-летию Омской области. Награды получали те, кто внес весомый вклад в развитие региона и стали примером для подражания. Я хотел бы поздравить всех номинантов, всех лауреатов нашей премии. Сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете для Омской области, за то, что вы делаете для страны и для всех людей, которые живут в нашем мире. На конкурс было подано 250 заявок. В финал по итогам народного голосования вышли по 5 претендентов в 11 номинациях. Имена лауреатов после вскрытия конвертов называли почетные гости церемонии. Первый заместитель министра спорта региона Иван Колесник вручил диплом и памятную статуэтку в номинации «Спорт». Есть хорошая поговорка: «Сколько людей, столько и мнений». Но я уверен, что никто не возразит мне в этом зале, что Омская область – это один из самых спортивных регионов в нашей стране. И люди, представленные в номинации, это ежедневно доказывают на самом высоком уровне. Но я хочу сказать, каких бы высоких результатов не добивался спортсмен, народная премия для него будет особенно важна и всегда найдет достойное место в той копилке наград, которая у него уже есть. Лауреатом премии в номинации «Спорт» стал победитель первенств мира Европы по тяжелой атлетике Никита Вагин. Молодого спортсмена также поблагодарили за безвозмездную помощь своим землякам, погорельцам из Называевского района. Это была огромная неожиданность для меня. В принципе, результаты сами голосования держались до конца в тайне. И как раз таки то молчание перед названием имени и фамилии победителя было очень волнительным. И было буря эмоций, когда была названа моя фамилия, мое имя. Отметим, что лауреатами премии стали сразу несколько представителей медицинской отрасли. Также награды получили омичи, проявившие свои лучшие качества в сфере благотворительности и меценатства, общественники, представители творческих профессий.